119 серия, Мурманск, Магадан, участок. Движение в сторону Иркутска. Серия закончится на границе с городом Канском. Так, теперь отвечу на некоторые комментарии. Марина. Доброе время суток, Александр. Всегда с удовольствием смотрю ваши свинопоездки по нашей стране. Во-первых, Марин, я благодарю за добрые слова. А во-вторых, за просмотр, за внимание к моим видео. Отвечайте на вопрос. Почему я поехал не через Кириши вдоль реки Волхов, а выбрал объезд по трассе М-10? Там дорога относительно неплохая, больше достопримечательностей. Все верно, Марин, все верно. Я неоднократно проезжал, прекрасный вид на реку, замечательное место, но у меня была мотивация сохранить первоначальный тонус, первоначальную бодрость, поэтому выбирал места на трассе, чтобы не заморачиваться, никуда не уезжать. И на трассе гораздо проще найти место нормальное для отдыха. Но не всегда, к сожалению, так получается. Вот, например, первый привал — это стоянка, трасса Кола, по-моему, так называется это место. Звонил, созванивался, но по факту увидел совсем не то, что ожидал. А видео, которое размещаю, это в помощь для тех, кто, ну, повторит этот маршрут, поедет по этой дороге и своими глазами увидит те места, где мотели расположены, какие-то стоянки. Просто записать координаты и, забив в навигатор, приехать на это место. Вы пишете, что с мужем объездили много уголков в европейской части России. Знаете, что я могу, ну, так глупо, наверное, советовать? Проехать по трассе Колыма, но не ранее, на мой взгляд, чем лет через 5, а может даже больше. Вот там вы увидите потрясающую девственную красоту от природы, и реки, и горы. Но дождитесь немножко, вот начну размещать эти видео, буду более подробно, более детально об этом рассказывать. В данный момент информации о трассе Кола, ну, практически нет. Но я нашел несколько видео. К сожалению, там автор снимает свое лицо, говорит на камеру, не дорогу показывает, а, ну, демонстрирует свое лицо. Интересно рассказывает, но это не то, что нужно для автотуриста, для автопутешественника. Автотуристу, автопутешественнику, я считаю, нужно хотя бы один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А еще лучше, как я уже говорил ранее, лучше один раз ощутить на себе, чем 100 раз увидеть. Совершить такую поездку по трассе Р-504 Колыма, проживая в европейской части России, ну, я думаю, что далеко не каждый может себе позволить, ну, в настоящее время, потому что доехать в одну сторону — это примерно 3 недели, на это уйдет времени. Может быть, со временем будут организованы такие услуги, как аренда автомобилей. Например,
из Москвы или из Питера прилетели в Магадан, там взяли автомобиль, проехали по трассе, ну, например, до Якутска, вот, сдали автомобиль, ну и вернулись назад на самолете. Вот это, этого пока нет. И учитывая, что состояние дорог, ну, вы сможете сами убедиться, просматривая видео, не очень хорошее, то, я думаю, это, наверное, будет не ранее, чем лет через пять. На трассе Колыма установлены щиты, где указаны даты ремонта этой дороги. 24-й, по-моему, 25-й годы. Но будет ли это реализовано на практике, сказать трудно. Ну, просто поставьте себе заметку. Трасса Лена – это Якутия. И трасса Р-504 Колыма тоже по Якутии идет примерно 1000 километров. Ну и 1000 километров по Магаданской области. Но если проедете хотя бы раз, уверяю, впечатление будет на всю жизнь такое, что ни с чем сравнить будет нельзя. Так, подписчик, летний путь. Когда будет Нижний Ингаш? Как думаете, хорошо ли жить в таких небольших поселках возле Транссиба? Ну, Нижний Ингаш, наверное, будет в 120-й серии, по всей вероятности. Вот. Ну а жить? Дело в том, что вдоль трассы можно жить. На расстоянии там может быть 500 километров от трассы. Далее, ну, не знаю. Потому что очень важно иметь транспортное сообщение. Дальше трассы я никуда практически не заезжал. Ну, а на Транссибе... Ну, не знаю даже, что и сказать. Если выбирать жилье в небольшом поселке на Транссибе, то нужно иметь цель и намерение, например, что-то там создать, ну или стоянку, или кафе, или еще что-нибудь, то, что необходимо водителям или автопутешественникам, кто-то будет проезжать мимо. Но это долгие вложения капитала, длинные деньги. То есть, если это окупится, то для этого потребуется, наверное, несколько лет. А так, чтобы приехать тупо и жить, на что? На то, что можно будет в огороде посеять или в домашних условиях там какую-то живность выращивать? Ну, не знаю. Не знаю. Я бы, например, вот сейчас, исходя из своих лет, конечно, с удовольствием бы жил вот в небольшом поселке, и свое бы хозяйство там иметь, какую-то живность, огороды и так далее. Но, к сожалению, таких мест, где можно было бы приехать и сразу остановиться, таких мест нет. Нужно, во-первых, выкупать какой-то дом с участком, отстраивать заново. Ну, это очень длительное занятия. Я себе такое позволить не могу. Ну, а Нижний Ингаш, он за Канском, не знаю, там сколько километров, наверное, километров около 200, 150-200 километров до Ингаша. Кстати, проезжая Канск, я в видео вставлю фотографии, которые сделал, проезжая через город. Канск, я проехал через город не по объездной, это
объездную я называю смерть фашистским оккупантам. Настолько плохая была дорога. Я там проехал один раз и больше туда не совался. Ну, как говорили дальнобойщики на 15-м канале, никаких изменений не произошло. То есть, во-первых, там огромная колея, глубокая колея, можно ходовую убить. Во-вторых, участки, где такая пыль, что как в тумане едешь. Поэтому и я, и дальнобойщики предпочитают проехать через Канск. Ну, как-то вот так.
ремонтов стало меньше в сравнении с пятилетней давностью. А качество дорог гораздо лучше.
Доживем когда-нибудь, чтобы разметка была разноцветной. Например, между встречными полосами красного цвета. Рабочей ноге нужно остановиться зеленого. Показывает уверенный прием. Мегафон 3G, 50% мощности. Это мегафон. Или 2. Показывает 75% мощности, 4G. Наверное, сделаю кофе, может быть, в Канске.
хорошая стоянка на Техасе. Все зерно убирает. Запах вот этого свежескошенного зерна, не пыли, а запах зерна чувствуется. Совсем близко. Я остановлюсь, точно сделаю кофе. Попробую найти наш дворик. Там далеко. Километров, наверное, в 100 от Иркутска.
12 плюс 4 16, это 4 часа дня. 4 часа дня. 2 дня еще будет светло. 2 часа еще будет светло. Ничего не понятно. И встречная вроде стоит. Нормальные рабочие работают. Не то, что там. Встали два чебуреха.
американцах. Ох, сейчас я сделаю селфи.